происходит, как действует свое турагентство в смартфоне, я хочу задать вам вопрос. Летали ли вы когда-нибудь или просто ездили в автобусные туры в Европу? Кто был за границей? То есть 50 на 50, где-то так. Я хочу сказать вам, что 50% пользователей по статистике первый раз полетели через данное онлайн-турагентство. Я объясню почему. Потому что раньше люди обходили турагентство стороной, потому что они считали, что полететь за границу отдохнуть, ну или поехать в автобусный тур, это очень дорого. Ну там 1000-1500 на двоих, это как бы считалось нормальная цена. Но имея доступ к базе данной всех туров, которые представлены вообще на всей Украине, вы можете споймать для себя самую классную, самую выгодную цену. Я вам просто расскажу, какие цены бывают, и вы поймете, что действительно проще даже на неделю, наверное, улететь в Египет и там пожить на все включено, чем жить здесь на Украине. Итак, как это все происходит? Я захожу на сайт Advanced. У меня свой личный кабинет, я регистрируюсь здесь. Это мой персональный. Здесь мои личные данные, мой паспорт загран, паспорт моих попутчиков, детей, мужа, вообще друзей, кого я хочу с собой взять, например, кем я хочу полететь. Я захожу, и сейчас мы с вами за 5 минут почти купим тур, не выходя отсюда, не идя в турагентство. Турагентство уже закрыто, кстати, в 6 вечера, а мы с вами можем это сделать сейчас. И в выходные, и в праздники, когда вам удобно. Извините, пожалуйста, да. А как вы работаете, мы можем его купить, если, чтобы подтвердить бронь, вам нужно звонить непосредственно... Сейчас все по ходу будем смотреть. Покупаем. Итак, мы находимся, полетим, к примеру, самое простое, куда сейчас все летают, да, самая теплая страна, это Египет. Выбираем страну вылета. Мы находимся в Украине, поэтому у нас Украина, мы представлены, еще можно с России полететь, с Казахстана. Выбираем Украину, выбираем город и вылета. Первый лайфхак в основном стоит выбрать Киев, потому что из Киева больше вылетов, там чаще, и в основном оттуда вылеты дешевле. Бывает, конечно, из других, с Харькова, с Одессы, было такое, что на Новый год мы видели, что с Одессы вообще там очень дешевый был тур, но в основном это Киев. Выбираем Киев, дальше выбираем интервал дат, страну, ну мы Египет уже выбрали, страну, дальше интервал дат. Второй такой фишечка, выбираем желательно ближайшие даты вылета, потому что здесь происходят наибольшие скачки цен, и сейчас в этом убедитесь. Выбираем, мы можем выставить там 2 недели, дальше ставим от 7 до 14 дней. Почему такой интервал? Может, вы и хотели на 7 дней полететь, но когда вы увидите, что цена на 10 или на 11 дней дешевле, чем на 7, я думаю, вы захотите полететь на 11. И ставим классическую, двое взрослых, ну, например, муж, жена или там со взрослым ребенком. Если есть дети, у меня их трое, я добавляю всех троих детей, и вот у меня выставили там возраст 12 лет, там, до года. Я выставляю, ну, своих детей. Но сейчас мы просто выберем двое взрослых и нажимаем «Искать тур». Пока что есть дополнительные фильтры, мы их не выставляем. Сейчас система подтянет все возможные путевки в Египет, которые представлены от самых дешевых и дальше к дорогим, дорогим, дорогим. На данный момент, что есть на рынке, это можно улететь сейчас в Египет за 18-200 гривен на двоих. Мы что делаем? Мы подбираем, можно вот с левой стороны есть, например, определенные параметры. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы была первая линия, были там с подогревом бассейны. Мы хотим, чтобы, если я лечу, например, с детьми, я обязательно выбираю горки, чтобы были, потому что иначе их же невозможно там угомонить все. Поэтому, может, вы хотите или Шарм-эль-Шейх, или Хургада, у кого-то какие-то, может, кто-то Марс-Алам, там посмотреть на этих черепах и дюгонов, которые сейчас все их по всему телевизору они рекламируются. Поэтому, если нет, просто выставили. Дальше, сейчас мы с вами зайдем на последний отзыв. То есть все туристы.
туристы, которые прилетали со всего мира, неважно, это Украина, Россия, Белоруссия, там, Польша, все оставляют здесь свои отзывы. И вы можете прям зайти на тот сайт и почитать, там, кто скажет, хорошее питание, там, отличный берег, кто-то скажет, меня не устроил персонал. То есть вы пересмотрели быстренько отзывы, если все нормально, то все, можно дальше идти. Тут на этой страничке все написано, какие правила въезда в путешествие в ковид, нужны вам ПЦР-тесты, не нужны, что маска нужна, не нужна. И вообще само описание отеля, что тут предоставлено, что для детей есть, как далеко он расположен вообще от моря. Тут карта, да, Google карта подтягивается. И дальше вы нажимаете искать туры в этот отель, и вам, как говорится, самая волшебная таблица подтягивается. Это та таблица, за которую все турагенты платят деньги, а вы имеете этот доступ сами. Итак, вам вообще видно? Нет? Плохо? Да. Плохо видно. Голубым цветом, таким бледно-голубым, да, высвечивается самые выгодные цены. Сверху это вылет, какого вы можете вылететь, там 15-16 февраля. А нижний вниз столбец – это на количество ночей. И здесь мы можем посмотреть и подобрать. Например, мы видим, что там на 10 ночей 1200, там 15 февраля, и на 13 ночей 20 февраля 1121. То есть уже разница в 100 долларов, а 2 ночи больше. Такие разницы бывают доходят, поверьте, до 500, до 1000, в зависимости от стоимости самого отеля. Это просто колоссальная разница. Просто когда вы приходите к турагенту, вы говорите, Танечка, верни, вы говорите, например, я хотел бы вылететь 15 или 16 числа, вот у меня лимит. И турагент вам ищет на 15 и на 16 число, а то, что 17 на 300 долларов, в этот же отель, с этим же классом, ну, с этим же питанием, с тем же самолетом, стоит дешевле, вы об этом не знаете. И он вам продает то, как положено, подороже, чтобы свою комиссию побольше взять. Но вам же, вы же для себя любимого можете чуть-чуть поискать и сэкономить. Я думаю, что за то, что вы там 15-20 минут помониторите цену, за это время мы никто не зарабатываем, там 200-300 долларов за 15 минут. Поэтому можно поискать. Вы нажимаете на цену, и вам показывают, что стандарт, там рум, все включено, повезет вас туроператор Компас за 22 тысячи, ну, к примеру. Если посмотрим, что Пегас в тот же самый отель, на ту же дату, ну, если вы поехали от него, он за 25-600 повез. Поэтому и разница, например, когда вы прилетаете в отель, все же спрашивают, а за сколько ты прилетел? А вы за сколько? Вот мы, например, когда с семьей прилетели, мы прилетели за 27 тысяч пятером, а люди с Киева прилетели за 40 четвером. Понимаете? То есть у меня уже экономия 13 тысяч была сразу на одном туре. Дальше вы проверяете, что двое взрослых летит, все включено, Киев, 7 ночей, например, были 19 февраля, нажимаете «Оформить тур». Поскольку все мои данные здесь уже вбиты, я их один раз вбиваю, паспортные данные. Можно, конечно, посмотреть, там, какие рейсы, поменять, там, если вам не хочется ночью лететь, это все нюансы. Например, сейчас лечу я, и подтягиваются данные, выбираю своего попутчика, мужа, например. Все, он сразу подтянулся, я соглашаюсь с условиями, вбиваю свой мобильный номер телефона для связи, резервную сумму ставлю 0, это уже тоже нюансы. Но поскольку я являюсь партнером компании «Адван», я полечу не за розничную цену, а за оптовую. Я еще полечу на 1700 гривен дешевле. То есть моя итоговая цена будет 20-300. Дальше происходит обычная оплата картой, как в интернете. Вы выбираете Visa или MasterCard, Privat24, ну по реквизитам это идти нужно в банк, но мы же сидим дома, мы все умеем пользоваться телефоном, зачем нам бежать в банк. Соглашаемся с условиями, чтобы не поставила галочку, будет страховка. Да нет, нет.
заказываем тут. Все. Дальше наш заказ сформирован. У нас есть полчаса времени проверить, правильно ли мы внесли данные, с тем ли мы летим, с кем хотим, уже мы хотим кого-то другого взять вместо мужа в этот раз. Поэтому и переходим к оплате. Оплата, стандартная оплата в интернете. Вносим свои реквизиты карты, подтверждаем через мобильный телефон. И дальше, ну сейчас мы оплачивать не будем. Дальше происходит заказ и бронирование нашего заказа. Связывается служба помощи с отелем, подтверждает наш отель, подтверждает билеты, самолет. И сюда, в кабинет, приходят все документы. Страховка, трансфер, поселение, ваучер на поселение, в отель, что там, какое четвертое, ну, перелет, да, все эти четыре составляющих пакетного тура. Рассказываю, как у нас было летом, мы покупали горящий на 12 человек, у нас было 4 семьи, мы все быстренько оформили, здесь есть во время бронирования, можно, есть пожелания к туру, например, что вы носите? Если у вас день рождения или свадьба, вы пишете, что у меня там какого-то числа день рождения, хотела получить комплимент там от отеля. Или, например, есть возможность заказать совместный тур. Совместный тур – это вот как мы летели 12 человек. Или мы все 12 летим, или никто из нас не летит. Если там нет мест на самолете или что-то еще, какие-то возникают проблемы. И что получается? Что нам подтвердили, мы знали, мне в кабинете каждому из нас пришло, что ваш заказ оформлен, собирайте вещи в дорогу. Но документов у нас еще не было. Мы собрали вещи в дорогу, выехали в аэропорт в Киев, и по дороге к Киеву нам пришли, прикрепились документы. Мы уже, то есть, почти чуть ли не в самолет сидели. Мы закачали все на телефон и все показывали с телефона. Все, мы никуда не ходили, нигде не распечатывали ничего. Мы уже были внесены в базу. В базе в самолете, в базе в отеле, просто их полностью наши имена у них высвечивались. Поэтому вопросов никаких не было. Ну и вот все заказы, Танюш, ты зайдешь ко мне? Да, я зашла. Ну это документы. Все заказы сохраняются в моем кабинете навсегда. Когда я летела, за сколько, с кем я летела. То есть, пожалуйста, можем зайти и проверить. Эти заказы, вот, я хотела показать, это Египет был, да, 27 700, а это, ну, мы на двоих был 15, да, но я летела вчетвером на 10 в этот раз. Так что я хотела сказать, что, например, я, когда семья, я планировала, что я за 1500 слетаю один хотя бы раз со своими всеми коголой. А я получилось, что за эти же деньги слетала два раза. Если можно было еще поискать, еще помониторить, я бы три могла раза слетать. Поэтому все зависит от вас, за сколько вы лично хотите полететь. Я вот хотела зайти в отели и в Бей, вот этот джангл, куда мы летали. Просто сегодня утром этот тур, который мы летали с семьей за 27, он сегодня на двоих. Только стоит 1100 долларов, там от 33 тысяч. То есть мы с мужем просто сидим в обед, он зашел с телефона, я, ага, цена такая, не подходит. Ночью легли такие, так, посмотрим что-то, посмотрим, не, дороговато. Как только мы нашли, что у меня была цель поехать всей семьей дешевле, чем за 1000 долларов, я нашла, этот тур был 920. Тут очень классный аквапарк. Очень вообще этот отель ориентирован на детей, тут 5000 отзывов, ну, в него много европейцев летает. Поэтому сейчас система подтянет, но утром я смотрела, там был 1100. Сколько на двоих? Ну, 1127, 1600, это же ты на двоих, правильно? Да. Да, вот. Поэтому все зависит от вас, за сколько вы. Вас же никто не заставляет лететь там за такую цель. Пожалуйста, ищите мониторки. А теперь я хотела еще, это пакетный тур. Возможно, для кого-то и пакетные туры дорого. Но хочу сказать, вот на 4-5 февраля пакетный тур в Египет стоил 6 тысяч гривен. Если кто-то хотел улететь, и хороший был отель.
То есть можно и ночью помониторить. Есть даже люди, которые будильник ставят на 3 ночи для того, чтобы там посмотреть, но они уже знают, когда мониторить, что там, как искать. Это не тяжело научиться. Тут и ребенок может. Но есть автобусные туры. Автобусные туры – это вообще другое. Вы можете за 4-5 дней посетить несколько стран, увидеть все, почувствовать на себе. И вот автобусный тур, который мы вот смотрели и хотели его заказать, пражский хит плюс Вена, 4 дня за 3500 – 110 евро на двоих. То есть это по 55 евро на человека, и вы 4 дня в Европе. То есть я считаю, что 55 евро – это совсем доступно. То есть не нужно, и плюс еще у вас, как у партнера, еще и скидочка будет. К этим 110 евро вы еще скидочку получите. И эта скидочка, кстати, которая она там от 8 до 11% у партнера, она еще потом возвращается к вам обратно кэшбэком. И в следующую поездку вы опять можете ее использовать. И обратно. Сколько вы раз во время действия там не использовали. Хоть прилетите и обратно через 2 дня улетаете. Прилетели и обратно улетели. Ну, Танюша уже сказала, что есть отдельно отели. Это можно просто... Я вам тоже хочу сказать, что уже проверяли 50 раз, 350 раз дешевле, чем на Booking. Плюс у вас, опять же, есть ваша скидочка партнерская. Поэтому... Мы уже проверили. Стоит только научиться разобраться, и это станет доступно. И учитывая те, вообще как бы, во-первых, онлайн преимущество. Вы никуда не идете, сидите дома, чаев пьете, или с кумовьями 100 грамм выпиваете. Вам хочется, надоели серые будни, устали от работы, хочу погреть ноги в море. Зашли, увидели классную цену и полетели. Сколько той жизни. Поэтому второй момент, то, что офигенная служба поддержки, помощи. Вот как ты еще говорила, люди даже ну, в тюти-фри потерялись, в аэропорту выход, к самолету не могли найти. Понимаете, насколько люди были счастливы. Что... И даже такие случаи. Было такое, что женщина, ей перенесли самолет в отеле. Вот что казалось бы, это все такие смешные случаи. Ну, женщина в отеле перенесли самолет на следующий день. И вместо того, чтобы ей сказать словами это на ресепшене, ей подсунули записочку, что ваш самолет переносится там на раньше. Она не увидела, зашла там после пляжа, переодевалась. Там, в общем, самолет без нее улетел. Она осталась одна там, с ребенком в Египте. Она сразу пишет службу помощи, говорит, что мне делать? Ну что? Они говорят, первое, там, не снимайте браслет, там, не выходите за территорию отеля, мы сейчас будем связываться, мы сейчас будем. Во-первых, она еще сутки была в отеле, а во-вторых, ее бесплатно посадили на следующий рейс, и она улетела домой без всяких доплат, без ничего. Это говорит о том, что как бы, компания международная, у компании уже есть вес. Компания платиновый партнер ТУИ, то есть это она продала колоссальное ну, количество путевок. То есть компания уже считается. И если бы это было классическое турагентство, вряд ли бы просто турагент смог решить такие вопросы, потому что ему пришлось платить, доплачивать свои деньги за этот перелет, понимаете? Поэтому я хочу представить следующего спикера, Танюшу, третью Танюшу, сегодня я буду, Таню, которая расскажет еще про возможности в данной компании. Всем добрый вечер, очень приятно вообще быть в вашем городе первый раз. Вот Танюшка рассказывала, да, просила поднять руки тех людей, кто никогда не путешествовал. Ранее, когда я сидела на таких презентациях, это был мой самый нелюбимый вопрос, потому что до компании «Атлант» я никогда не была за границей. Я много путешествовала по Украине, в Крыму я была более...